Добрый день. Представляю вам мужские эспадрильи итальянского бренда Паккерсон. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Зернистая поверхность делает пару практичной. На ней будут менее заметны небольшие царапины. Эластичная резинка под язычком будет растягиваться с каждым шагом, делая посадку комфортной. Выступающий шов на союзке повторяет форму носка, что делает стопу визуально уже. В основной части обуви подкладки нет. С вашей ногой будет контактировать мягкая изнанка материала верха. Часть подкладки и стелька из натуральной кожи позволяют стопе дышать и меньше потеть. Кожа безопасна и поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Объемная стелька съемная, ее можно вытащить и просушить или заменить на новую. Резиновая подошва не будет скользить на влажных поверхностях, не промокает, легко чистится и долго служит. Платформа, обтянутая джутом, придает модели по-летнему легкий привлекательный вид. Подошва сочетает в себе прошивной и клеевой способ соединения, благодаря чему она никогда не отклеится. Обувь прослужит вам долгое время. Эти эспадрильи относятся к стилю casual. Они будут прекрасно смотреться с джинсами, свободными рубашками и кажуальными льняными брюками. Их также можно надеть с шортами-бермудами и футболкой поло. Модель представлена в темно-синем, черном и двух оттенках бежевого цвета. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми эспадрильями Паккерсон.